29 августа по 31 августа по прогнозу погоды на территории Владивостокского городского округа заходит циклон, который будет сопровождаться высоким количеством осадков, там порядка 40-70 миллиметров за 12 часов и менее, сильными порывами ураганного ветра до 32 метров в секунду. В связи с чем администрация города Владивостока обращается к жителям с просьбой не выезжать на личном автотранспорте без особой необходимости. При движении на транспорте, при движении пешком просим соблюдать максимальную осторожность, в связи с тем, что для максимального ухода воды с улиц у нас открыты ливневые канализации. Внимательно смотрите и не оставляйте без присмотра детей. Для детей потоки воды представляют особую опасность, и обеспечить их безопасность – это наша с вами общая задача взрослого населения. Внимательно отнеситесь к парковке транспортных средств. Не паркуйте транспортные средства в местах подтопления. Избегайте маршрутов, где традиционно подтапливают у нас участки «Динамо», «Спортивная», «Фадеева», «36-я школа» по проспекту Столетия, «Седанка», «Космонавтов», ряд других улиц, «Бородинская», «Русская», на которых у нас происходит подтопление. Избегайте создавать там транспортные заторы для того, чтобы техника, которая предназначена для организации там движения, смогла спокойно пройти и убрать излишки воды.